Так, смотрите, ребята, я нарисовал пейзаж из готики. Вроде два. Вчера я рисовал тоже. Каждый день, короче, потихоньку рисую. Вот пейзаж Левиафана. Левитана, точнее. Какой глупый. Под вечным покоем. Смотрите, дальние оттенки. Вот на ней пейзажи. Sardis Corporation, как один в комментариях назвал. Sardis Corporation. Освещение дурацкое, но лицо какое-то фиолетовое. Не знаю, видно вам, нет. Sardis Corporation. Потом вчера сделал вечером. Сардис Корпорейшн утром. Этот рисунок вечером, его еще никто никак не назвал. Еще один рисунок. Держим. А, вот. Сейчас сделал. Просто из воображения. Это все рисунки из воображения. Так вот этот я делал немножко пьяный, в отличие от всех остальных. Ну, точнее, немножко так, средне. Ради эксперимента. Видно, нет, ребят. В общем, я думаю, увидели. Мои глаза плохо видят. Что ж, ребят, сказать. Я создал. Хотите донатить, хотите нет. Если задонатите, я буду очень рад и благодарен. И буду дальше рисовать. Если нет, то все равно буду продолжать дальше рисовать. Никто не обязан донатить. Что думаете об этом рисунке? Ставьте там, я посмотрю, сколько лайков будет. Ставьте там оценки, комментарии, что вообще думаете об этих рисунках фломастера. Пока у меня фломастеры все не перестанут писать, я буду имя писать и сфотать, снимать на вот этот вот старейший фотоаппарат, на старейший телефон. Потому что даже самый стрёмный фотоаппарат у меня сломался. Так, ребята. Никто не хочет распространять антивоенный мой стрит-арт. К сожалению. Значит, будет война. Вы сами это выбрали. Я не могу ничего повлиять. Я лишь инструмент в руках. Неких сил, которые через меня несут творчество,
Потому что когда я рисую, я не думаю особо о том, как рисовать. Оно словно через меня все проходит энергия из грудной клетки. Из грудной клетки выходит энергия. Палитра настраивается. Вот что. Если бы какая-нибудь девушка пришла ко мне снимать на хороший фотоаппарат видео процесса рисования и поддержала его, или хотя бы закрепили бы его на штатив, это было бы просто здорово. Молю тебя, Бог, пожалуйста, сделай так, чтобы так произошло. И это от этого будет хорошо. Ты спросишь, кому от этого будет хорошо? Я скажу, для этого будет хорошо тем, кому нравятся вот эти рисунки. Тем, кому нравятся вот эти рисунки, им будет очень хорошо. Они увидят очень хорошего качества рисунок. Они придут в восторг. Пожалуйста, помоги. Для этого нужен фотоаппарат. И зрение, чтобы сохранилось у меня. Наверное, закрываю. Сюда уберу. Что, о чем говорим? Давайте я заведу перископ или какую-нибудь такую ерунду, чтобы о чем-то говорить. Как-то грустно. Это тоже грустно. Это все грустно. Давайте поговорим, ребят. Через какой-нибудь. Через YouTube. Я там открыл страницу, но что-то никто комментариев не пишет. Да там напишут всякую гадость. Может, через Перископ, но не у всех он есть. Биго Лайф еще есть. YouTube трансляции есть, но там тоже никто не заходит фактически. Короче, никому я не надо. Я никому не нужен. Что ж, со смирением принял это как благость. Я никому не нужен. Мои рисунки. Никому не нужны. Жаль. Жаль. Одна девушка там откликнулась. Она живет очень далеко. Что еще добавить? Если был какой-то чат, то нужно общение с кем-то конструктивным. Не знаю, я хочу просто рисовать. Для этого нужен хороший фотоаппарат. И на чем его держать? Ну, у меня есть, я могу изобрести, на чем его укрепить, держать. А фотоаппарата-то нет. Вчера подтягивался на стриме. Просто сам по собственному интересу. И эти поддержали, кто там был. Там один был.
что ты умеешь?